Всем доброго времени суток, ребят. Мы продолжаем прохождение игры «Санитары подземелий». На сегодняшнюю серию в идеале хотелось бы добраться до Угрюмого, до второго человека, которого... То есть до первого человека, которого мы можем найти. Так, добыть в окрестностях города 21 тушканчика, принести шкурки чернышу. Ему на труселя нужны. Так, ладно. Что у нас по инвентарю? Ну да, да, шапка действительно выглядит суперски, но я не буду ее менять пока что. Хотя каску можно купить, кстати. Давайте до каски добежим. Так, обмундирование. Давайте сбегаем, действительно, сейчас продавцу одежды продадим нашу мега-шляпу. Но это исключительно, чтобы кабану голову не напекало. Он и так отмороженный на всю башку. Понимаете? Это не потому, что он выглядит так красиво. Ни хера он красиво не выглядит. Это чтобы ему голову не напекало. А иначе клиника же получается. Так, подожди, давай. Одежда. Мы сейчас товарищу продадим наш кипон. Да-да-да, вот видите, есть балахон монашеский. Ну, кстати, можно берет было бы взять, но я не хочу. Так, к черту. А, да, и, ребята, здесь вроде как еще канает такая штука любопытная. Я ею пользоваться не буду, но... покажу для примера, как можно это делать. То есть, например, вам нравится каска. Не то чтобы она мне охереть как нравилась, но защита для головы нужна. Если вдруг у вас не хватает денег, и вы такой лошара по жизни, да, то есть потратились совсем не на то, и, короче, где-то затупили, и все про, ну, как бы потеряли, то есть вот такая штука, да. Вот. Ну, то есть вы видите, да? Деньги не поменялись. Продаем, ну и честно покупаем все-таки у него кипон. Правда, из-за того, что я вам показывал, получилось с охеренной скидкой. Ну, будем считать, что кабан своим угрюмым видом, блядь, произвел неотразимое впечатление на торговца. Вот, и как вы понимаете, таким образом вы можете получить в игре практически у торговца любую вещь. Вот, кто не запомнил, ну, отмотаете назад, посмотрите. Я этой херней пользоваться не собираюсь. Вот, а нам нужна карта, и мы на планету выходим. Так, нам нужны тушканы. Сложность 1. Вот как раз крысиная роща. Принести чернышу 21 шкурку тушканчиков. У нас сколько-то шкурок уже есть. Там, по-моему, пяток точно. Ну вот, осталось все-таки добить тех тушканов, которые здесь гонзают. Насколько я понимаю, они здесь синеньким обозначены, да? Поэтому давайте сразу вот кислотный тушкан и посмотрим, что тут. 3, 8, 8, 8 шкурок есть, осталась херня. Осталось еще 13 шкурок и все. Оп, кабан убил врага. Что такое кабан? Да, это не кабан, это я туплю. Вас пытаюсь нажать, а здесь на стрелках все играется. То есть здесь вас не канает. Итак, 10 шкурок есть. Где там еще прыгающие тушканы? Опа, свинотеленок. Ну ладно, хер с ним. Свинотеленок, так свинотеленок тоже. Тоже, наверное, какой-то профиль будет. От него куски мяса отлетают, ё-моё.
кабан, ну давай активнее, работай. Так, а со свина-теленка, прошу прощения, тут немножко подвинул микрофон, наверное, там шум был. Так. Да, с него мяско получается, правда, к сожалению, мало. Ну вот, поставим кабана агрессивничать немножко. С тем, чтобы он сам как-то так вот все это дело делал. Ну, сразу заберем ништяки. Так, стоять бояться. Кабанище, кислотных тушканов в первую очередь уничтожаем. Это наши враги. А, стой! Где? Вот он. И кабан узрел кого-то. Еще одного свинотеленка. Кстати, надо посмотреть, сколько кусочков мяса с одного свинотеленка. Это такая кошерная пища. Свинотелята. То есть не совсем свинья, но и не теленок. Ну что же. Давайте посмотрим, что неужели один кусок мяса всего? Да, к сожалению, всего один кусок мяса. Ой, как мне нравится вот это вот лабудень, когда вы убиваете кого-нибудь, да, там, охеренно здорового, и получаете ровно один кусочек чего-нибудь. Ну да ладно. Кабан, ну, что такое? Тебя противник нашел. И теперь за ним будешь бегать полдня, да? Хорошо. Так, кто у нас? У нас где-то здесь кто-то прыгает, да? Свинобык. Ну, давайте свинобыка. Я думаю... Кстати, не... Стоп, ребят, стоп, стоп. Вот он. Вот эта зараза. До свинобыка мы еще добежим. Ну и опять же, да, тут грибы, кумар-трава и прочая хрень. Ну, кумар-траву мы будем собирать, а грибы, мне кажется, нахер не нужны. Ну давай добей уже, а, кабанище. Ой, бля, кто-то нас тут вычислил. Какие-нибудь крыски, мышки. Так, кабан, ты их видишь, это хорошо, но... Ёперный театр, стой. Давай, крысоволк. Криту его полностью. Бля. Кабан, да ты лох по жизни. Ну, давай, добивай, чё. Так, ладно, поехали дальше. Так, с крысоволка-то мы что-то поимеем. С простой крысой ни хрена, конечно. Нет, из крысоволка тоже нет ничего. Поэтому кабан, стой, зараза. Кумар, траву забери. Так, ну а теперь-то ты же видишь их, да, правда? Вот. Что там у нас? Все хорошо прошло? Давай, добивай. Че, всех, да, завалило? Ну, давай мясо собирать со свинобыка. Кумар травы я больше не вижу, грибы вижу. Но грибы нам как бы фиолетово. Есть что? О, давайте. Стоп, 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 ребят, вот эта гадость, кислотный тушкан. Так, бежим. Наши враги, кислотные тушканчики. И все-таки на подъем уровня надо будет в рукопашку еще немножко вложиться, потому что до тяжелого оружия нам еще далеко. И, скорее всего... Да куда ты побежал? Что ты... Господи, боже мой, а? Кабан, отойди нахер.
забери кислотного тушкана. Шкура у него здесь особо ценная. Так, где ты, херовина, скачет? Вот она. Так, по-моему, нас кто-то пытается убить. Давай, добивай. Да, блядь. Все, теперь разворачивайся. Разворачивайся, говорю. Ты же его видишь, правильно? Вот. Ну, как всегда, кабан, блин. Отличник боевой и политической вой, бля. Вот ты его, бля. Походу, пока все еще лох печальный. Грибы Блю Антоны. По идее, ребят, надо, конечно, всю эту херню собирать, но, по-моему, с Блю Антона там получаешь 5 копеек. Лучше по городу пошаримся там. Займемся экспроприацией награбленного. Ну, конечно, кабан. Ща тебе порвут твои блатные брики. Вот видишь, пол жопы уже откусили. Так, ну кабан-то у нас не просто так, как говорится, да, грибы-грибы. Вот листья кумар-травы, пойдем соберем, и где-то здесь еще тушканы бегают. Вон она. Так, стоп. Не уверен, что здесь все хорошо. А хватит ли нам шкурок тушканчика? 5, 5, 5, 15, да? Ну, еще 6 шкурок. И что, ты его убил? Нет, ты его не убил. Вот сейчас. Так, вот сейчас нам остается добыть еще 5 шкурок. Не хотелось бы вылазить на следующую, так, на следующую локацию, хотелось бы здесь все добрать, но что-то мне подсказывает, что здесь столько не будет, раз, два, три, да, еще где-то 2 шкурки. Ну, может, полазим по городу, там надыбаем чего-кого. Там должны у кого-то в волшебных сундучках, в карманах плохо лежать различные шкурки тушканов, я там не знаю. Драгоценности какие-нибудь. Что, ты с 2 ударов не убил эту сволочь? Или что? Так, подожди, вот он. Угу. Так, давайте смотреть, что здесь. Вот он прыгает. Враг империи. Очень хорошо. Так, ну что, видимо, нужно добрать. Где тут? Грибы не наши. Вот листья кумар-травы. Вот. Да блин, где ты прыгаешь-то? Вот он. Вот тушкан прыгает. И, по-моему, 2 шкурок нам не хватит, да? Если я ничего не путаю, ну. Ладно, как-нибудь. Ну чего такое? Давай подбирай. Ну и все. Нас атакуют. Бля. А вот и уровень. Нас настиг уровень. Ребята, давайте в рукопашечку. Ну пусть Опаньки. Нихера. Так, что с умениями? Здесь ничего брать не будем. Ниндзя.
метание ножей, медицина, крыса, стрельба из автоматических пистолетов, нахер не нужно. Не пойман, не вор, обшаривание карманов, туземец, копье, винтовка, барыга, навык торговли, скрытное передвижение, орлиный глаз. Ну, по идее, либо барыга, либо не пойман, не вор. Ну, давайте, воровать нам сейчас придется достаточно много. Окей, 18 очков пока тратить не будем. Кабанище, ну давай. Ты добьешь его, да? Или тебя тут порвут, как физик грелку? Похоже, кабана сейчас порвут. Что такое, кабан? Ну куда ты, блядь, бежишь? Так, ну убил, молодец, красавец. Кого следующего-то бить будешь, а? Так, ну походу он там всех завалил. Ну не так уж и плохо. Конечно, урон небольшой. Хорошо, что хорошо заканчивается. Так, кумар трава еще где-нибудь есть здесь на площадке? Да, кстати, здесь два трупа валяются, надо их обобрать. Может, у них какие шкурки есть, что кого? Хотя навряд ли, конечно. Так, что это у тебя, друг мой? Бандана? Это что? Так, ну давайте, господи, сейчас все заберем нах. Так, ну и сразу разряжаем, потому что, как это ни странно, но эта хрень нам не нужна. Пистолеты мы будем продавать. Так, соответственно, брат мой по крови. Все это так вот. Грибочки. Вот еще листья кумар травы. Грибы там вижу, что еще. Ну, вроде как все. Вот эти листья заберем и грибы. Ну, грибы надо посмотреть, сколько они стоят теперь. Так, давайте один возьмем и посмотрим, что по стоимости. О, погода-то портится. 50. Да я, по-моему, зря пренебрегаю. Так, ребят, ну тогда отменяется, надо собрать все Blue Antony. Я что-то как-то не посмотрел, что они, оказывается, в принципе, относительно неплохо своей занимаемой площади стоят. Ну, по крайней мере, на этом этапе это вот все-таки серьезное подспорье. Так, еще грибочек. Ну и, по-моему, грибов-то здесь хрен да маленько, так что... Кумар-трава. Кстати, я не уверен, кумар-трава что? Нет, кумар-трава всяко дороже. Так, ну вот еще гриб. О, кстати, ребят, еще кумар траву пропустил. Что-то я как-то невнимательно здесь, видимо, был. Ну, с другой стороны, зачекали все, да? Так, у нас же водка с собой есть. Так, и... О, еще кумар трава. Да что ж такое-то? Еще грибы.
Не-не-не, братан, давай сюда сначала грибы, сейчас все соберем, все будет ровненько, потом выпьем водку и подымем уровень. Так. Я черт его знает, мы не столько за шкурками тушканчиков поперли, я так понимаю, сколько набрать себе ништяков в виде легкой наркоты. Так, ну что, друг мой любезный, давай водку пить, земля валяться. Ловкость и восприятие уменьшились, да, а это означает, что у нас вроде как характеристики понижаются, и мы можем в рукопашный бой смело вложить ровно 10 очков, чтобы была сотка, и как раз 8 очков у нас остается. Можно еще ловкость рук, 90 было, да, ну давайте так. Пятерочку сюда и оставшиеся сюда. Так, все остальные локации мы пока не трогаем. Мы заходим в город. Гидрит-мадрит, конечно, убрать, ё-моё. Ах, как же ж я ошибся-то. Так, ребят, ну и, наверное, начнем с того, что запродадим, где тут торговец лекарствами, аптекарь. Кумар, трава и грибы, это его. О-о-о-о. Кабан. Я уж думал, он тут собирается впрягаться на смотрящих. А нет, его просто слегка развезло. Рукопашный бой вот в таком состоянии представляет из себя что-то с чем-то. К сожалению, вот, по-моему, больше нельзя опустить, да? Так, грибочки. На 560. Травушка, муравушка. Ну и, наверное, хрен с тобой, морковку тоже туда же. Так, что у нас здесь полезного? Яд хрюша, яд момент. Это что? Противоядие. Противоядие. Ну вот вообще-то противоядие, конечно, нужно брать, но я надеюсь, что мы сейчас где-нибудь их подымем. Две штуки мы взяли. Так, торговцы. Бежим, оружие продаем лишнее. Ох, чувствую, я сейчас будет это долго. Можно сделать вот так, ребят, отдыхать 4 часа. Он все еще пьяный, да? Давай еще 4 часа отдохнем. Да ёпрасоте. Час ночи, чувак, ты уже протрезветь должен был. О, протрезвел вроде как. Так, давай тебе оружие все скинем. И вот эти патрушики волшебные. Пока как-то так. Ну, я понимаю, что вот это вообще-то не ему надо сдавать, да? Из тяжелого вооружения у парня нет ничего, поэтому брать не будем, просто продали и все. Так, холодное оружие торгуется вот здесь. Ребят, я понимаю, что можно любому торговцу впарить любые вещи, но как-то, блин, ну если есть продавец холодного оружия, у вас есть холодное оружие, ну логично же продавать именно ему. Хотя, по-моему, по ценам ровно то же самое, бля.
Так, ну ничего здесь нового не добавилось, как были стилеты, только подешевели, да, стилетики. Ну, ладно, что там, шмутье, шмутье. Торговец шмутками. Является ли то, что у нас сейчас на руках, сексуальной одеждой? Я думаю, да. Но на самом деле, сейчас посмотрим, ребят. Так, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это все тебе, брат. И даже вот бандана. Че там? Клетчатый жакет. А есть малиновый пиджак, а? О, камуфляжная куртка. Слушайте, ну я не знаю, я хочу себе камуфляжную курточку. Че будет? Твою ж мать, а? Она, к сожалению, не идет. Ну ладно, хрен с ним. Ой-ё! Ботинки авторитет. Ребята, все. Переобуваемся. Авторитетный парень. И да, я знаю, что их можно украсть. Все нормально, ребят. Все в порядке. Мы в любом случае обманули чувака с обмундированием при покупке каски. Для того, чтобы, ну, как бы вы просто знали, что это можно сделать. Да, это до сих пор не пофиксили, сколько патчей вышло, а сколько лет игре. Но вот эта вот хрень, она как была не пофикшена, так и осталась. Кстати, вы видите, да, прибрались тут. У нас, видимо, кто-то приходит, домохозяйка какая-нибудь есть. Вот. Ладно, пойдем продадим, раз уж он не идет с нашим кожаным жакетом, с бронечкой, ну тогда продадим его в обратку. Кстати, подождите, а сколько здесь броня? 3, да? А здесь 2. Защита в ближнем бою плюс 2, а здесь защита в ближнем бою плюс 5. Нет, ну конечно. Так, парень, без обид. Вот это все тебе. Да, я знаю, мы потеряли немножечко деньжат на том, что так вот торговую операцию провернули. Сейчас все будет хорошо. Так, тебе продаем копье, кувалду, там всю херню. 5, 4. Ну да, короче, получается, что... Две шкурки нам не хватает. Так, ну и кумар траву кому-нибудь впарить тоже. Так, ты чё? Мужчина, я хотел бы вам продать жрачку. Да ёб твою мать, кабан, хорош цепляться к смотрящему. Да на тебе, кумар траву, и вот эту херь. Блин, чё я парюсь. Вот, у нас есть 10 тысяч. Давайте с макарона начнем. Перед тобой пузатый небритый персонаж, явно изможденный непосильными попойками. Он смотрит на тебя лицом зеленого цвета. Уважаемый, вам крайне повезло. У меня лучшие продукты в городе. Посмотрите сами. Можно даже понюхать, только не лежите. Ну, посмотреть, да и для начала, ну, как бы, и чё, на тебе картоху. Так, ну, давай, не скучай тут. Подождите, уважаемый, у меня к вам есть дело. Что еще за дело? Нужно срочным образом передать послание моему другу по кличке Барабулькин. Плачу 100 монет. За 100 монет я даже с дивана не встаю. Бомжа попроси кого-нибудь. Ладно, хер с тобой, давай подробнее. У меня есть друг, зовут его Барабулькин. Мы вместе живем. У нас маленький такой каменный домик с ветряком, расположен на восточной окраине рынка. Я обычно торгую, а Барабулькин хозяйство ведет. Но сегодня у меня что-то живот прихватило. Сил на торговую деятельность никаких нету. Отлучиться нельзя, потому что должны товар подогнать с минуты на минуту. Сходи, скажи этому балбесу, чтобы он меня подменил. Договорились? 100 монет. Бабки вперед. Так, ну мы получили 100 монет, и Барабулькин живет где-то, бляха, где-то вот здесь.
Факт. Ну давайте сразу к Барабулькину-то не пойдем. Тут много плохо лежащих вещей есть. Пока воровать не будем, просто ну, всякие там, я не знаю, ух ты, труп. Всякие ништяки посмотрим, то есть отдельно стоящие какие-нибудь. Ты кто, местный? Отдельно стоящие какие-нибудь ящики, сундучки. Нет, тут ни хера. Тут закрыто, ломать пока не хочется. Так, что это? Давайте вот сюда сначала. Тут, походу, квест какой-то со складами связанный. Это потом. Так, друг. А можно ли что-нибудь такое замутить, друг? Ты ж не просто так стоишь. О, друган, 36 монет. Ну и остальное тоже нахер тебе не нужно. Так, а это уже неплохо, неплохо, знаете ли. Ну, давайте как-то вот этот уголочек сейчас пробежим, проверим, что здесь не привинчено еще к полу пока что. Чувствую, после нашего посещения этого района нужно будет не просто привинчивать, а болтами крепить, анкерными. Так, друг, ты что сидишь? Нельзя сидеть. Кабан вошел. Опасно. Деньги давай. О, кстати, ребят, наконец-то у нас нормальная сай появился. Нормальное оружие. Вот это вот меня весьма радует. Так, ладно, ту часть мы пока чекать не будем. Значит, что из непроверенного? Из непроверенного вот эта хрень. Так, и тут край карты, да? А тут склад. Ну, окей, хорошо. Вот здесь проверяем и по квесту идем к Барабулькину. Ох, чувствую я сейчас подстава эта страшнейшая. Так, и что? А плохо лежащие вещи? О, братан, ты тут сидишь зачем-то, скучаешь. Все чего? Монетки, все забрали. Так, ладно. Ребята, давайте сразу на сайт переключаться, если что. Чувствую, сейчас все пойдет совсем не так, как. Не так мирно, как хотелось бы. Так, тут нет ни хера. Жаль. Че, разговариваем с Барабулькиным? О, друган, ну-ка погоди. А можно тебя как-нибудь оббежать там, я не знаю, нет? А дверь закрыть? И тогда оббежать? Нихера, ну ладно. Перед тобой улыбающийся веснущатый паренек маленького роста, чистый, опрятный и приветливый. Что привело хорошего человека в этот дом? Если вы хотите увидеть Макарона, то его нет. Он в это время всегда на рынке, торгует свистными припасами. Сходите на рынок, уважаемый, вы его сразу увидите. Макарон просил передать, чтобы ты вовсю прыть скакал на рынок и подменил его. Животом страдает, зеленый весь. Хлопает себя по лбу. Это ему, наверное, мой новый грибной коктейль. Чистый термояд не пошел. Странно, вроде все по рецепту, только хвост не крысиный, а тушканчиков. Ну да ладно, идем пропустить Барабулькина к двери. Неожиданно к дому и клуб быстро подходит еще один человек. Это белый мужик, средних лет, мускулистый и высокий. Ты видишь его покатый лоб, глубоко посаженные глаза, мощные челюсти, лютый рыскающий взгляд. Так, что-то как-то... И тут что-то, бля, пошло не так. А получай, гнида! Да кабан, ну ёпта! Блять, он всю обойму выпустил и вторую уже почти закончил. Серьезно, нужно было, чтобы он тебя, блядь, полностью убил, урода. Так, ладно.
Пистолет дурак заберем. Хера себе он у нас тут нахерачил. Ой, кабан, о, дебила кусок, а. Так, ну, в общем, я сам еще тупанул, не сразу переключился. Друган, тебе это уже все равно не поможет. Ух ты, мать моя женщина. Серебряная цепура, шапка-плевок. Ну, ящик водки облом. Облом нам нужен, походу, будет. И бутылка водки облом. Нормально, все собираем. Давайте к себе сразу забежим. В домик лишнее оставим. Черт. Где же еще две шкурки-то тушкана, блядь, поднять? Печаль, знаете ли. Так. Стой, кабан. Ой, ёпта, куда ты пошла? Не успел. Кто не успел, тот опоздал. Ладно, не успел, беги сюда. Так, да ядрит Мадрид, а? Конечно, спрятать оружие, ё-моё. Чё ж я всё время-то втыкаю с этим оружием? Ещё на смотрящих мы не нарывались, иначе было бы вообще полный абзац. Надо будет, походу, на предмет наличия шкурок проверить местное население. Так, давай-ка вот сюда подбежим. Да ёп. И что-нибудь скинем туда полезное. Что угрюмому подойдет? Давай. Ботинки вездеход. Какие-нибудь простенькие, ну, цивильные штаны и обычная футболочка. А также мы для него приготовим вот эту штуку. Если там ничего интереснее не попадется, то будет с ним бегать. Так, ну и ящик водки облом. И бутылку водки сюда же. Все, все. Так, ребята, мы продолжаем чекать на наличие. Так, давайте. Начнем с оборванца. Что-то мне подсказывает, что у оборванцев, как это ни странно, могут быть шкурки какие-нибудь. Ютыть, у них есть деньги, что уже само по себе неплохо. А еще есть дед, который местный подметает. Хорошо метет. Так, ладно, баблосики забрали, уже хорошо. Так, оборванец, что стоим, кого ждем? Ну, тут действительно все плохо. Так, девушка, давайте вы еще постоите там, покорчите рожи. Не надо поворачиваться-то. Макарон, давай. Блин, зачем ты вернулся? Беги к моему дому, пришли мне Барабулькина или что? Прямо тут прикажешь гадить? Дружка твоего только что небесной дорожкой отослали. Подробно в красках рассказать о случившемся. Белеет от ужаса. Я знаю, кто подослал этих людей. К счастью, тупые наймиты приняли тебя за меня. Мне пора смываться из города. Бывай, брат. Спасибо, что помог. Удачи. Торопись, пока еще уроды не набежали. Так, и че? Ну, 500 опыта мы получили до этого. Так, а давай-ка вот, стоит какой-то мазёвый парень. Наверняка у него есть что-нибудь хорошее. Сейчас он дойдет куда-нибудь и тоже привстанет. Ты же остановишься? Остановишься. Ты стой, стой, не двигайся, ёп. А, так мы тебя уже обобрали. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка. Давай, давай.
кабан. Пока он там прикуривает. Твою ж мать, нихера он с топором тут гонзает. Это ж опасно. Давайте холодное оружие продадим. Так, это. Че, кастеты? Ну, вроде как все, да? А, вот еще. Розочку продадим, к холодному относится. Ну, окей. Так, шмутье мое. Так, есть ли здесь какие-нибудь ящички или нет? Так, ну давайте тогда продавать оставшиеся тапочки тут. Так, цепуру. Нет, цепуру мы ему продавать не будем, пока самим пригодится. Так, поехали. Что еще? Тут проститутки ходят, у них, может, шкурки тушканов есть, нет? Стой. Сейчас она остановится. Да, она остановилась. Давай, даю. Ты можешь не поворачиваться. Давай там, рассказывай, что кого. Кроме травы ни хера нету. Ну ладно. В итоге, пока мы добежим, а эта дура тоже отсюда убежит, да? Тихо. Стой. Нормально. Хорошо стоишь. Качайся на месте. Нормально, у девчонок все хорошо. Местный. Ты же там что-то покупаешь? Да, блин, ну... Твою же мать, да ладно. Так, на тебе кумар траву, друг мой. И грибочки. Нахер, туда же, короче, бычок. Ну все. Так, давайте у Марты посмотрим наличие. Может, у нее там появилось что интересное. Давай поглядеть. Нет, здесь все не автоматическое, не тяжелое. Винтовка труба, по-моему, тяжелой не является. Ну, давай продадим тебе патроны и вот эту хрень. Хотя бы так. Да ладно, завершить беседу. Так, и вот теперь, ребята, здесь у нас есть какой-то домик. Будем отбирать потихонечку. Как все печально-то, а? Только оборванцы по улицам ходят. Грусть, тоска. Хватит ли у нас возможностей? Подходящих отмычек нету. Ну ладно. По идее, можно забуриться сюда. Типа клуб какой-то, что ли. Салон татуировок, по-моему. О, малыши кибальчиши, давайте будем посмотреть. Много местных стоят, тусуются. Красивые парни, все нормально. Ё-моё. Ребят, ну как вы с топорами-то бегаете? Так, уровень 18 очков. Ловкость рук, торговля.
Есть ли смысл вкладываться? Ну, 8 очков в торговлю по-любому. Ну и тогда десяточку в тяжелое оружие вложим. Так, а вот до вот этого-то мы не доберемся, да? Вы что стоите, мешаете? Так, ты пока там делом занят. Ну, еще один сай. Вообще хорошо. Так. Хватит ли угла, чтобы спереть? Нет, не хватает. И по-другому никак мы не подойдем, да? А что? Второй этаж. Хаттабыч. Бля, Хаттабыч. Прикиньте, это Хаттабыч. Ариэль. Что-то я не помню, вот с Ариэлем что-то связано было. Ну давай побеседуем, что Ариэль. Перед тобой энергичный паренек с глазами, пылающими безумным огнем. Уважаемый, рад приветствовать тебя на собрании идущих по белой дороге. Нас уже как минимум двое. Сияющая белизна ждет тебя. Очистись от скверны, дабы более не пачкать с собой вселенную. Выпей яду и отбеливатель. На, ладно. Ты о чем это, белоснежный? Я на себе никакой скверны не чувствую, а вот у тебя, похоже, мама на этапе беременности чем-то забористым баловалась. Не обращая внимания на то, что ты сказал, проникновенно заглядывает тебе в глаза. Есть ли на тебе печати нечистого, брат? Удалось ли слуге дьявола, живущего на первом этаже этого дома, заклеймить тебя каким-нибудь из грязных знаков? Тебя надо электричеством лечить, любезный. Окстись, какие слуги, какие знаки? Чертиков видишь часто ли? В астрал любишь выходить? Духи предков, когда последний раз являлись? Остерегайся и молись, отрок, не позволяй демону с первого этажа заклеймить тебя ужасными символами, ибо близок тот час, когда всякий, у кого на теле выбиты знаки нечистого, предстанет у врат ада, а потом будет тысячи лет гибнуть, корчась в муках душевных. Будь начеку, уважаемый. Повертев пальцем у виска, отойти прочь. Ну, да. Смешно, бля. Ну, давайте посмотрим, что там. Знаки нечистого, я так понимаю, это вот здесь, да? Давайте зайдем. Хаттабыч. Кстати, Хаттабыч, что у тебя в сундучке хранится? Бля, ничего нету. А? Хаттабыч, а можно к тебе вот, прости, с тылу подобраться? Есть что? Кстати, Ариэля тоже надо было обобрать, но я что-то не... Окей, хорошо. Беседуем. Перед тобой костлявый человечек небольшого роста, весь в татухах, как газетный лист. Чего изволите, уважаемые? Наколок делать пока не желаю, я и так красивый. Фу, странно. Ладно, ребят, поехали дальше, да? Что у нас тут еще непроверенное осталось? Вот эти... Здесь я проверял. Вот этот, да, значит, дом. Ну, бежим сюда, чё. Я понимаю, что я удлиняю как бы прохождение за счет того, что просто очень неохота еще на одну боевую миссию идти ради двух шкурок тушкана. Я просто надеюсь, что где-нибудь здесь есть какие-нибудь тушканьи залежи шкур. Ну, увы, к сожалению, нет вам. Так, подожди, где-то я тебя уже видел. А ты что, блядь, прям через стены смотришь? Местный? Ну, местный это хорошо, это не бомжи. Хотя, в общем, тот же бомж. Так, поехали, бежим дальше, смотрим аккуратненько, ничего не пропускаем. Так. Доллар негрильный. О, кстати, шкурочка тушканчика. Ну что ж, 20 штук уже есть. Раз, два, три, четыре. Еще одну надо. Эй, ребят, что за херня? Ну-ка, давай, стой, вот сюда. Так же поместится, правильно? Так не канает.
Так, что еще? А, брат сидит. Слушай, ну нет, он сидит так, что к нему хрен подлезешь. Если только через стенку как-нибудь. Ну и проститутка здесь еще бегает. О, друг, так как ты стоишь, я тебя, наверное, смогу обокрасть. Не, нет, не получается. А если... Так. А вот так зайти, пройти, поговорить? Нет, нет. Давай. Аккуратно забегаем за спину и тут же, оп, беседуем с милой красоткой. Я говорю, за спину забегаем. Что у этих проституток на лице там красивого? Нет ничего же, правильно? Смотреть надо сзаду. Так, и что, никаких сундучков больше нет? Так, вот друг сидит. Давай, у тебя тоже будет шкурка тушкана там, что. Пора квест сдавать. Ну ладно, тоже неплохо. Замочек. Это хорошо. А вот и шкурка тушканчика, причем не одна, а много. Ребята, джекпот, бля. Так, ну что, пойдем продадим что-нибудь, какую-нибудь херобору. И вернемся потом сюда. Запомнили, да? Так, по-моему, вот холодное оружие у нас тут до хера всякого говнища скопилось. У нас два сая, поэтому можно тесак вот этот продавать. И, кстати, из дома тоже вытащить его. И один сай оставить для угрюмого. Наверное. Наверное. Не факт. Так, ну кабан, добегаешь, нет? Ладно, сейчас выпендриваться не будем. Продадим все этому чуваку, наверное. Кроме шмоток. Шмотки продадим. Вот тут рядышком чувак стоит. И пойдем к чернышу получать задание. Топоры, стилеты, кастеты, розочка, заточка, заточка. По-моему, все сдал, нет? Еще раз смотрим. Саи нам нужны. Нахер. Пусть это тоже. Ну куда? Че я бегать буду, что ли? 60-75. Давай, друг, ты пока вот походишь в рыжье немножко. Да и это тоже херню все сдать. Не, он просто что-то меня задалбывает бегать туда-сюда. Да, пошло оно все в пень. Продать на. И вот это тоже. Так, вот эти патроны пока оставляем, наверное, да? Яд нам нужен. А, крысиные шкурки еще тоже туда же. Ну все. Че, пойдем к нашему белому брату по кличке Черныш. Вот просто не угомонюсь я, пока не оберу эту девушку. Опаньки. Так, давай, ты стоишь, размышляешь о вечном. Нормально, тоже неплохо. Так, забегаем сюда. Управа. Кстати, я не уверен. Так, что, открыть-то можно, да? А что стоим, кого ждем? Подожди, ну и... Ты же видишь, что она стоит в ожидании чуда. А чуда не будет. Так, что здесь у нас? Склад, в котором ни хера нету. Ну ладно. Местный с местным. Так, и еще один местный. Но к этому не подбежишь. Ладно, что, пацаны, о чем? О чем терки? Что, как дела? Я смотрю, здесь элита нации, блядь, вся собралась. Один чернее другого. Ну ладно, пойдем к чернышу заглянем.
Так, ребята, вы кто? Охранник. Ну, тырить у охранников, походу, лык. Походу, не самая мудрая вещь. Так, шкурки сдаем. Приветствую, кабан, надеюсь, у тебя есть что сказать. Отдать черношу 21 тушканью шкурки. Молодец, кабан, от лица службы объявляю благодарность, теперь не пропадем. Нынче у нас в моде трусы на меху, а личный состав в пределе, охотиться некому. Если бы не ты, ходили бы без трусов. Держи стартовый капитал. Приказываю не нажираться и на баб все не тратить. Забирает шкурки и протягивает мешок с деньгами. Какие будут указания? Второе задание тоже будет совсем простое. В составе группы таких же, как и ты, особо одаренных, пойдешь в желтый квартал. Давно пора узкоглазых малость осадить. А тут случай такой удобный. Нашего агента ценнейшего прирезали. Смахивает невидимую слезу. Так вот, идите в китайский ресторан «Золотой петух». Там можете бить всех без разбора, но особо надо отметелить ихнего шеф-повара. Хой, его фамилия. Можно до смерти. Именно он крыса нашего человека почикал. Как только, так возвращайся с подробным докладом. Буду сильно ждать, задумаешь сбежать, пощады не жди. У нас длинные руки, показывает длинные черные руки. Так, я вас понял, конечно, было бы гораздо интереснее разбить кому-нибудь черную морду, но раз сегодня очередь желтых, я готов. Разрешите приступать. Не надо вот этих детских намеков. Еще раз услышу подобное, очко развальцую. Приступай. Может, еще вопросы есть? Ты не стесняйся, спрашивай. Потом может быть поздно. Ладно, вопросов не имею. Готов замесить кого надо. Кстати, кабан, знаешь, почему пасечник, когда собирает мед, надевает на голову сетку? Почему? Если пчелы потом узнают, убьют. Держи боевое снаряжение, протягивайте маску и дубину. Клык, подбеги, дело есть. Слушаю. Знакомься, это кабан. Он поможет дедушке Хо, владельцу золотого петуха, познать скорбь. А может быть, даже встретиться со Всевышним. Твои парни должны посодействовать нашему другу в его благородном деле. Исполним, босс. Ждали этого всю неделю. Дуболом с пеплом рвутся в бой. Ну и, ребята, сейчас сохранимся в самом начале прохождения этой миссии. Нужно еще одеть... Косоглазые уроды, пора молиться свои боги! Кто обидел Черныш, должен больно умереть! Начинаем операцию «Хорьки в куретнике» или «Ощип золотого петуха». За мной, орлы! Так, ребят, ну и на этом моменте я сохранюсь. Соответственно... Встретимся в другой раз. Всего доброго. Играйте в хорошие игры. Удачи вам всем. Пока-пока.